Дорогие зрители, подписчики и патроны канала Сотник ТВ. Уходит в прошлое 2023 год. Он был немирный, недобрый и не оправдал многих надежд. Не получилось остановить войну. Она даже разрослась. Было много жертв, и казалось, что мировое зло побеждает. Лично я прощаюсь с 2023 годом без сожаления. И с надеждой смотрю в будущее, потому что в прошлом-то уже ничего не исправить, а в будущем многое зависит от каждого из нас. Все-таки человек, он сам творец своего счастья и автор собственных бед и неудач. Думаю, что желания, которые перед наступлением полуночи загадают добрые люди в разных странах, во многом будут совпадать. По крайней мере, главные желания. Конечно, это восстановление мира и поражение силам зла. А еще справедливое наказание для тех, кто разжигал войны, сеял смерть, разрушение и страдания. Я думаю, наступающий 2024 год принесет с собой некий момент истины, когда многие люди определятся, на чьей они стороне, с кем они. Это будет год выбора и преодоления сомнений. И я хочу пожелать каждому из вас сделать такой выбор, о котором вы потом не пожалеете. Здоровья вам, силы духа и ясности ума. И сил. Много сил для преодоления сомнений и испытаний, которые ждут нас впереди. А еще, невзирая ни на что, я желаю каждому из вас испытать хотя бы несколько мгновений простого человеческого счастья. Ведь оно мимолетно и оттого бесценно. Берегите себя, родных и близких. И по возможности проживите этот год без личных потерь. С наступающим 2024 годом!